Отлично. Вы внесли все недостающее. Только не помешает добавить сюда результаты исследований. Отлично, поняла. Тогда я все добавлю и отправлю вам. Азан. Мне так жаль, что тебе пришлось через это пройти. Спасибо. Я как-нибудь справлюсь. Я ничего не могла сделать. Ты был такой, не твое дело. Считай, что я этого не говорила. Эсра. Что я мог сделать? Я на тебя злюсь и не слежу за словами. Я тоже на тебя злюсь. И я не заслуживаю таких слов. А чего ты от меня ждешь? Я не могу так сделать, Эсра. Я не могу радоваться тому, что ты так счастлива с Чинаром. Я не такой человек. Ты говоришь, что это нечестно. Дай мне причину. Дай мне хоть одну причину, почему я должен тебя понять. Друг, я нашел еще данные. Пойду и еще там поищу. Нет, не нужно, Муса. Я этим займусь. До свидания. До свидания. Скоро заседание совета. Не забудь. Заседание совета в день суда. Кто это придумал? Я не знаю. Чинар потребовал собрания. Чинар потребовал. Пришел сюда и начал наводить порядки. Посмотрим, что за глупость он скажет сегодня. О, брат. Может, мне пойти с тобой в суд? Может, от меня и не будет пользы, но я хотя бы буду рядом. Спасибо, Муса, я сам разберусь. Пойду лучше узнаю, что там у Чинара. Чинар, почему собрание совета сегодня? У нас что-то важное? Да, но поговорим после собрания. Я опаздываю. Ладно. Увидимся. Добрый день. Добрый день, Чинар Бей. Добрый день, Чинар Бей. Здравствуйте. Добрый день, Азан Бей. Чегла не придет. Мы можем начинать. Не сейчас. Мы кое-кого ждем. Начнем, когда он придет. Добрый день. Ну, пожалуйста, продолжайте. Что ты говоришь? Чинар, что тут происходит? Ничего. Как один из акционеров Millennium Soft, я должен быть на совете. Вы чем-то удивлены? Что ты несешь? Чинар, что он говорит? Правду, Азан. Что? Он пришел ко мне с отличным предложением. Может, так мы сможем восстановить репутацию, испорченную тобой? Вот так ты пытаешься восстановить репутацию? Ввести человека, который пытался нас обмануть, в совет директоров? Я не могу согласиться с вашими обвинениями, Азан Бей. Заткнись. Ты это сделал, да? Ты это сделал, Чинар. Азан, поговорим спокойно. Не хочу я видеть его в своей компании, Чинар, ты понял? Я сделаю все, чтобы его тут не было. Понял меня? Посмотрим. 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 Азан? Эсра? Чинар, что ты сделал?
Что я сделал в том кабинете? Он был там, потому что он один из акционеров компании. Что? Чинар, что ты наделал? Ты это имел в виду, когда сказал, что совсем разберешься? Да, Эсра, это. Ты понимаешь, что ты делаешь? Он плохой человек, ужасный. Он преследовал меня годами. Он угрожал мне через Атласа. А ты приводишь этого человека в компанию? Да, Эсра. Я сделал то, что нужно, чтобы защитить семью. Чинар, слушай, ты можешь обманывать себя, но не меня. Как ты мог такое сделать с компанией? Как ты мог такое сделать с Азаном? Как ты мог такое сделать со мной, с ребенком? Как ты мог втянуть Атласа в свои грязные игры? Прошу, успокойся. Я не могу успокоиться. Вот так ты понимаешь защитить свою семью, а? Вот так ты защищаешь меня и Атласа? Я пойду и расскажу все Азану. Эстра, стой, я объясню. Пусти, Чинар, хватит. Я пойду к Азану и расскажу ему все. Эсра. Вы можете подписаться на наш канал, чтобы смотреть больше видео, включить уведомления, чтобы смотреть первыми.